Здравствуйте, вы смотрите программу «Тьюторы». О всех аспектах процесса обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьюторами. И тема сегодняшней нашей встречи – распорядок жизни в духовных школах. С вами Михаил Федоров и Эльвин Хилидзе. Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Сергий Борицкий, тьютор и преподаватель Московской духовной академии, 1983 года рождения. Окончил Дальневосточный государственный университет, Московскую духовную семинарию, Московскую духовную академию. Рукоположен в диакона в 2009 году, во священника в 2010 году. Вам нравится жесткий распорядок дня? Я бы сказал так, что нравится ли человеку, допустим, вставать рано утром, зимой, холодно, идти умываться, идти сквозь там пургу на работу, да? Или нравится человеку, ну, там, допустим, молодому, идти в армию, служить в армии, где жесткий такой же распорядок дня, и наша жизнь, она, в принципе, нам предлагает такой жесткий распорядок дня и вообще нашей жизни, да, можно так сказать. Ведь все это имеет, так или иначе, какую-то цель. И этот жесткий распорядок дня в семинарии тоже имеет свою цель. И я думаю, что он оправдывает. Эта цель, она оправдана вот этой жесткостью. Как бы человек воспитывается в семинарии прежде всего. Может быть, он меньше получает, ну, как бы, может быть, как мне кажется, это мое мнение сугубо личное, он, может быть, меньше получает знаний, чем больше воспитания. Ну, по крайней мере, я так получил. У меня так получилась такая ситуация. И вот эта жесткость, она порой очень необходима. Молодому человеку как-то себя научиться ограничивать, научиться перебарывать себя прежде всего. Вот. Потому что, приходя из мира, из, как бы, из светского общества, необходимо как-то научиться контролировать себя, научиться как-то созидать свой внутренний духовный мир. И вот эта жесткость, она порой бывает очень нужна, особенно молодому человеку. Вот представим, что мы семинаристы. Как будет выглядеть наш день? Да, значит, обычно подъем в 7 часов, студенты просыпаются, кто-то это делает сразу, кто-то хочет еще полежать в теплой кровати и не вставать. Затем до 8 есть время какое-то, когда принимаются какие-то процедуры, затем можно там зарядку сделать, можно почитать Священное Писание или немножко подготовиться к занятиям. Затем завтрак в 8 часов. И сначала предваряется завтрак молитвой общей, утренней, затем завтрак, какие-то объявления, и в 9 часов начинаются занятия. Значит, обычно 4 пары ежедневно у студентов, 4 учебных занятия. Где-то в промежутке между ними там получается обед, полдник, и затем вечером может быть богослужение, если это канун какого-то праздника. Вот. 8 часов обычно ужин. И день заканчивается вечерней молитвой, которая в 10 часов. Вот. И отбой в 11. То есть между вечерней молитвой и отбоем есть какое-то время, там, чтобы погулять, может быть, подышать воздухом, пообщаться. Вот, собственно, так и... Расскажите поподробнее о неделе семинариста. Обычно, да, неделя в московских духовных школах тоже имеет свой определенный ритм. Начинается она с воскресного вечера. То есть воскресный вечер для студентов младших курсов — это самоподготовка. То есть с 5 часов они сидят в своих аудиториях и готовятся к занятиям понедельника, да, готовят домашние задания. Потом понедельник, вторник, среда — дни, в общем-то, похожи друг на друга. Единственное, что в среду в 6:20, 18:20 вечером, то есть все должны присутствовать на акафисте. Традиция нашего учебного заведения в среду, каждая среда, это акафист либо Покрову Пресвятой Богородицы, либо Христу. Вот, ну, может быть, это, если это, это пасхальный какой-то цикл, да, богослужений, не богослужений, а там до Пятидесятницы, допустим, да, то это воскресный, там, не воскресный, а пасхальный акафист, да. Затем четверг, также традиционно, как понедельник и вторник, то есть обычный распорядок. И пятница, она тоже может, скажем так, иметь дополнение такое небольшое, тоже вечером, 18:20 примерно, либо панихида служится тоже традиционно, либо молебен. Суббота-воскресенье — это дни богослужебные, соответственно,
В субботу утром занятия сокращены, поскольку студентам нужно подготовиться к службе, подготовить храм, убрать. Затем хоры проводят спевки, а их, как известно, не один в академии. И в 5 часов все встречаются в храмах, либо в академическом, либо в семинарском. Кто-то поет в лавре, кто-то там послушание несет, дежурный, например. Также и в воскресенье с утра тоже каждый на своем посту в том или ином храме. Ну и воскресный день, вот до 5 часов, по крайней мере, он у всех свободный. После недели идет месяц, но давайте поговорим лучше о временах года. Что такое осень в семинарии? Ну, осень — это пора начала учебы, это время встречи одногруппников, однокашников, да, то есть все делятся своими впечатлениями после там проведенного лета. Это время и адаптации, да, для новопоступивших, вновь поступивших студентов. Но вот я по своей, скажем так, практике, по опыту, по своему могу говорить, что вот осень, особенно сентябрь, начало октября, это пора не слишком интенсивной учебы, поскольку именно на это время выпадают праздники там, преподобные осенние. Да? Это праздник всей лавры, соответственно, и московских духовных школ. И здесь все готовятся к этому событию. Затем в октябре мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы. Да? Это академический престол, престольный праздник нашего академического храма и Московской духовной академии в целом. Поэтому это тоже как бы требует соответствующей подготовки. И как бы практически весь осенний период, он вот как-то для меня, мне кажется так, он проходит в ожидании вот этих вот событий. Поэтому, может быть, не столько времени уделяется учебе, внимание учебе уделяется, чем вот подготовке этим замечательным праздникам. Затем, ну, наступает пора уже такой, как бы, рутинной, быть может, но, ну, скажем так, важная пора, пускай рутинная, но она очень необходима, именно вот учеба уже, вплоть до зимних каникул, да, там, затем сессия, зимние каникулы, и в феврале вновь начинается очередной цикл, очередной семестр, вот, и примерно... Вот, такая вот такой ритм стабильный учебы, он идет до начала Великого Поста, который в разное время, как известно, выпадает. Вот. Первая седмица вот этого Великого Поста, она не учебная, как известно, да, все молимся. Вот. Затем период самого говения, самого поста происходит тоже в той или иной степени интенсивности, поскольку многие участвуют в богослужениях, очень такой ритм насыщенный, богослужебный, поэтому тоже в это время как-то, может быть, активность такая учебная снижается. Да, и когда вот начинается уже завершающий этап Великого Поста, то есть это Страстная Седмица, собственно говоря, Светлое Христово Воскресение, и последующая Светлая Седмица, все студенты освобождаются от учебы, потому что богослужения ежедневные совершаются, и нужно вот в них участвовать, их обеспечивать. Затем уже немножко времени остается до, собственно, летней сессии и каникулы. Так что вот примерно в общих чертах вот так и выглядит учебный год. Давайте поговорим теперь о более крупных отрезках времени, о годах. Расскажите, пожалуйста, о первом, втором, третьем, четвертом и пятом годах обучения в семинарии. Да, есть свои особенности и, конечно... Характер лет, скажем так, да, свой, у каждого курса. Вот, можно даже сравнить с армией здесь. Так же, как и в армии, первый там, какой-то период, да, человек только адаптируется, так же и в семинарии. Ну, наверное, первый и отчасти второй год учебы в семинарии человек привыкает к ритму, не только, ну, скажем так, ритму, ну, бытовой жизни, да, но и к ритму духовной жизни, литургической жизни. Поскольку учеба в духовных школах, она непосредственно связана с литургическим ритмом, вот этим, вот, с богослужениями. И к этому нужно привыкнуть, конечно. Поэтому первые два года я бы отнес вот именно к этой категории, к категории адаптации. Затем третий, четвертый курсы — это время, когда человек находит себя, то есть уже в чем-то как бы он находит свой интерес в учебе. Он, скажем так, растет в каком-то послушании, допустим, экскурсоводом, да, у него появляется опыт, он больше и больше его накапливает, он уже становится опытным человеком.
И вот как раз в это время, может быть, четвертый — это время, ну, личного самоопределения. Вот примерно в это время многие студенты находят себе пару, да, то есть невесту, женятся. Как правило, это происходит после Великого Поста на Красной Горке. И уже после этого, в общем-то, долго не ожидая, многие пишут прошение на рукоположение в диаконы и так далее, дальше в священники. Вот к пятому курсу многие подходят уже как раз в священном сане для того, чтобы уже и опыт какой-то появился, да, в служении, и тоже ритм какой-то уже сформировался. Кто-то уже находит себе место, где он может служить вне академии, да, там в Москву, допустим, ездит, или в Сергиевом Посаде кто-то остается, командируется в храм. И вот на вот этом пятом году обучения все уже пишут, погружаются в дипломный проект свой. То есть они уже занимаются своей, ну, научной работой, можно так сказать. И чтобы вот максимально освободить себе, скажем так, пространство, да, и временное пространство, да, то есть чтобы не было лишних, как бы, забот, вот все предыдущие года учебы в семинарии, они как бы, ну, являются подготовительными к пятому курсу, да, то есть человек принимает сан до пятого курса, старается принимать сан, ну, в большинстве случаев такое, и как-то самоопределяется, то есть женится, принимает сан вот к пятому курсу, чтобы уже пятый курс весь посвятить дипломному проекту. И впоследствии, естественно, если он собирается поступать в академию, это происходит как бы синхронно, да, он и пишет диплом, и в это же время он готовится к поступлению в академию. Влиться в процесс жизни в духовных школах одинаково легко? Ну, конечно, нет. Все зависит от самого человека здесь. Кто-то домосед и там, допустим, всегда жил в семье, да, в общем-то, ему сложнее, может быть, находить общий язык в общежитии, да, потому что мы все живем в общежитии. Все студенты, поступая в школы, они живут все вместе. И это тоже трудность для большинства, для многих очень людей, которые не привыкли к такому, ну, не привыкли к какому-то самоограничению. Это тоже одна из функций духовных школ. Именно поэтому они не просто школы, а духовные школы, которые заставляют человека вот всем окружением, да, своим, вот этой атмосферой, в которую человек погружается, как-то над собой работать. Знаете, отбивать от себя лишние кусочки, да, как в скульптуре. Формировать свой образ внутренний какой-то. И здесь, конечно, ну, от внутреннего какого-то, от внутренних духовных способностей человека во многом это зависит, как он будет адаптироваться к этому. Мне было нелегко, потому что я жил в семье, я закончил университет, и, учась в университете, я жил в доме, да, ну, с родителями, скажем так. И, конечно, было сложно вот переходить на такой вот автономный какой-то такой режим существования вне семьи. Нетепличный, я бы так сказал, да? Вот. Но это нужно, это полезно. Это, я считаю, для меня, по крайней мере, это просто необходимый был опыт. Вот. Я благодарен вот Богу за то, что получил его здесь. Это программа «Тьюторы», подготовленная киностудией «Богослов». Сегодня мы говорили о распорядке жизни в духовных школах. С вами были священник Сергей Борицкий, а также Михаил Федоров и Альвия Анхелидзе. До встречи!